Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор очень интересной продукции от производителя Шоконат. Если вам интересна данная тема, оставайтесь Вот посылочка вот в таком виде приходит, я уже открыла, все здорово, очень упаковано, здесь накладная, сориентирую вас по ценам сразу, да, у меня здесь 4 продукта. Каталог мне положили, я с удовольствием полистаю, посмотрю, потому что слышала очень много положительных отзывов об этой косметике. Каталог такой довольно толстенький. Пробнички в подарок. Очень приятно. Спасибо за это большое продавцу. Крем для лица золотое ультра омоложение. Молочный шоколад гель маска. Ой, супер вообще. И третий крем для лица антиакне со спирулиной. Все упаковано в пупырку. Все плотненько переложено бумагой. Так, это у нас крем, наверное, антиакне. Не видно. Распакуем сейчас с вами, посмотрим. Так, дальше. У нас... Ой, какие баночки красивые, слушайте, вообще супер. Это у нас маска со спирулиной для сужения пор. Очень мне хотелось ее попробовать. Слышала много тоже на нее положительных отзывов. Так, вот такая баночка красивая. Это у нас лифтинг маска для нормальной жирной проблемной кожи. Альгинатная. Вы знаете, в последнее время альгинатные маски очень полюбила. Буду с удовольствием прям пользоваться, протестируем вместе с вами. Так. И это у нас, блин, мне так нравится оформление, так здорово. Это у нас шоколадная укрепляющая маска с маслом жожоба для волос. Вот и все. Здесь бумажки все переложено, посылка упакована замечательно. За это продавцу тоже спасибо. Я уже с превеликим удовольствием протестировала все эти продукты и расскажу вам сейчас, что мне понравилось больше всего и что действительно стоит, так скажем, своих денег и стоит вашего внимания. Продавец любезно положил мне каталог, в котором можно прям вот, знаете, зависнуть. Здесь такое обилие средств натуральных для кожи, тела, волос, что просто, ну... Не знаю, не оставит равнодушным никого. Но вообще надо один раз попробовать, и тогда вы все поймете. Также у меня в заказике было 3 пробничка. Один, кстати, я уже тоже сегодня открыла и попробовала. Мне безумно понравился шоконат крем-суфле для лица золотой ультраомоложение для любого типа кожи с глиттером золота. И действительно, здесь есть какой-то, знаете... Но золото не золото, но сияние однозначно, когда я подхожу к естественному освещению. Ну и сейчас, может, вы видите, моя кожа светится. Под макияж я сегодня использовала именно вот этот крем. Он довольно питательный, но не перегруживает вашу кожу, поэтому подойдет действительно для любого типа и даже для жирной комбинированной кожи, как ночной уход, ну и даже как я сегодня сделала под макияж, потому что мне очень нравится результат. Действительно, есть какое-то сияние кожи изнутри. Она увлажнена, она напитана. Классный крем. Вообще, я буду обязательно заказывать полноразмер. 100%. Крем для лица антиакне со спирулиной пробничек, но у меня есть полноразмерочка этого средства. Вот так оно приходит, в такой красивой коробочке. Так, это, кстати, у нас Россия, город Новосибирск. Это вам не хухры-мухры, это отечественный производитель, который делает действительно качественные средства. Я вам обязательно оставлю под видео ссылочку на этот сайт, где вы можете сами пройти, все посмотреть, полистать, поизучать ценовые категории и так далее. Так, вот так выглядит крем. Он в такой пластиковой бутылочке. Здесь 50 миллилитров. И у него довольно специфический запах. Он со спирулиной, да, я говорила уже. И предназначен для сужения пор для проблемной и жирной кожи. И что хочу сказать, он прекрасно справляется со своей задачей. Мне понравилось безумно, особенно в сочетании с вот этой масочкой. Это у нас маска со спирулиной, тоже для сужения пор, для проблемной комбинированной кожи. Я сначала, ну, очистила личико свое, да, я вам сделаю тут вставочки, как проходил этот процесс. Почему-то потерялся момент нанесения маски, но тем не менее. Маска тоже такая же специфическая по цвету и по запаху. Вы знаете, имеется такой запах водорослей. Вот, и на лице она как бы такого тоже зеленовато, да, видите, серого цвета, консистенция кремовая, и маска не подсыхает на вашем лице, она не сушит кожу, ее не стягивает, у меня некоторые участки лица ее прям поглотили полностью, то есть где-то она была видна, а где-то прям полностью впиталась в кожу, да, и после этой масочки я нанесла вот этот потрясающий кремушек. Запах выветривается, поэтому это все можно перетерпеть, это продукт натуральный, нужно это понимать. Такого же цвета, также выглядит, как и масочка, только немножко пожиже консистенция, скажем так. Наносила я его похлопывающими движениями специально, потому что
Так написано в инструкции. И вот этот цвет зеленый, который имеет этот крем, он, в принципе, потом как бы ну, на коже не остается, крем впитывается в кожу, поэтому буду с удовольствием применять именно на дневной основе это средство, да, а на ночь все-таки хочется что-то попитательнее. Следующий продукт, который хотела вам показать, это альгинатная лифтинг-маска для нормальной, жирной, проблемной кожи лица. Она тоже со спирулиной. Все баночки приходят запечатанные вот такой вот пломбочкой, кстати. И сейчас покажу, как она выглядит. Это такой светло-зеленый порошок, который вы должны быстро-быстро размешать с водичкой в соотношении 1:1. И у вас получится такая сметанообразная субстанция. Это выглядит довольно забавно. Я сделаю вам вставочку, но эффект вау. В последнее время вообще очень люблю альгинатные маски. Они потрясающе подтягивают действительно овал лица, омолаживают. А эта масочка от Шоконат еще и борется с мелкими мимическими морщинками. Ну, в общем, красота, просто красота. Отшелушивает, очищает, глубоко увлажняет, снимает отечность, разглаживает мелкие морщины, обладает противовоспалительным, рассасывающими свойствами. Усиливает регенерацию, насыщает кожу аминокислотами и микроэлементами. В биодоступной органической среде. Защищает коллаген, эластин кожи, повышает эластичность и гибкость кожи. Вот. Снимается она действительно легко и одним пластом, не так, как вот другие маски я пробовала, да, альгинатные. Это как-то полегче, она не сильно подсыхает по краям, но там, где подсыхает, необходимо смочить водичкой, чтобы потом не приходилось вам отдирать все по частям, а целиком прям с лица снять. У меня целиком никогда не получается, она все время у меня разрывается, но тем не менее. Эффект потрясающий, эффект вау, эффект подтянутый, напитанный, красивый, очищенный кожи. Я обожаю эту масочку, с удовольствием ей буду пользоваться. Еще один интересный продукт, который мы практически всей семьей используем, это шоколад. Укрепляющая маска с маслом жожоба. Это действительно шоколад. Это действительно шоколад, и она пахнет шоколадом. Натуральным абсолютно шоколадом. И у меня ребенок даже спросила, мам, можно я ложечку попробую? Но настолько вкусный аромат, даже себе не представляете. Она должна разбавляться с водой тоже где-то 1:1, ну, в общем, я где-то на глазочек так смотрела. Написано, что с теплой водой я делала немножко погорячее, в ней она растворяется лучше, пробовала на себе, пробовала уже на дочери. И
Размешиваем вот это в густую маску в теплой воде градусов 50 до сметанообразной такой консистенции, да, и наносим на волосы. Я вам тоже сделаю вставочку, где я это делала. По эффекту. Эффект от этой маски, тот, который виден сразу, это то, что волосы классно блестят. И у них появляется такой красивый оттенок шоколадный. Очень красивый. У меня что у дочери на волосах, что у меня. Прям вот мне очень нравится. Для блондинок, конечно, не советую, потому что окрашивает все вокруг, когда вы работаете с этой маской. Но у Шоконат есть линейка и с белым шоколадом, поэтому можно и для блондинок найти что-то подобное. Но аромат, еще раз повторю, просто потрясающе. Когда вы наносите на лицо, это кажется, что мажетесь шоколадом. Да? Это не обычная кремовая силиконовая маска, да, искусственная. Это натуральный продукт, который по волосам распределяется плохо, потому что там нет силикона, да, и приходится постараться. Нужно втирать эту маску в кожу головы еще потом как следует. Да? Ну и дальше собираем волосики, одеваем полиэтиленовую шапочку, да, и сверху полотенчик. И так ходим минут 40, но можно и больше, смотря сколько у вас есть времени. Мне понравился эффект. Волосы стали еще, знаете, как будто плотнее. Как бывает вот после домашнего ламинирования. Они стали поплотнее, они блестят, кажется, что их прям больше. Больше и они сильнее. Вот это я заметила после этой масочки. Масочка, кстати, еще стимулирует рост волос, она улучшает кровообращение, поэтому я думаю, что скоро появится пушок у меня на голове. И еще один продукт, девчонки, который у меня был, это тоже подарочек, вот такой вот пробничек Шоконату, за это отдельное спасибо. Это гель-маска, молочный шоколад для любого типа кожи. Безумно хочется уже открыть, хотя бы понюхать. Давайте откроем, посмотрим, потому что, ну, сегодня тогда доиспользую. Ой, так, где же ты, масочка? Вот как она выглядит, действительно, знаете, такой светло-коричневой консистенции. И тоже божественно пахнет, действительно молочным шоколадом. Натуральным, без всякой химозины. Разносится вот так вот по коже. Ой, какой запах. Вот Шоконат может просто покорить своими одними запахами, слушайте. А эффект, это уже отдельный разговор, эффект тоже бомбический. Буду тестировать маску на лицо, аромат волшебный. Вот и все, мои хорошие. Так. Вот такой обзорчик у нас сегодня с вами был. Продукция Шоконат. Мне безумно понравились все эти продукты. Я действительно вижу от них эффект. Вдвойне приятно, что они натуральные. Не то, что вдвойне, а вообще. Потому что, ну, пора уже как-то переходить на натуральный уход, да? Химозин у нас и так вокруг хватает. Еще и работающие, ну, потрясающие. Так что все очень понравилось. Вам советую, рекомендую. Ссылочка под видео. Ну, а я прощаюсь с вами до следующих видео. Люблю, целую. Пока-пока.